Привет, и мы продолжаем проходить Mad Max'а. В прошлой серии мы с вами освободили район от шлема, от его ужаса. И теперь у нас следующее задание у жестянщика. Нам нужно отправиться, как я понимаю, в крепость. Что ты там рисуешь, друг? О, святой, подойди и посмотри на это. Благодаря этим рукам, электромагнитному клапану, она ожила, мой нежный ангел возгорания. Что я тебе сказал? 8 цилиндров, а не 6. Именно 8, волшебное число. Мы с тобой добудем вождя. Настоящий бог, объем 429 кубических дюймов, 460 лошадиных сил, нифига себе. На асфальте никто тебя не догонит. Ни днем, ни ночью ты будешь вечно гонять на перегонки вместе с богами. Где он? Гастауне. Едем туда. Нет, подожди, нельзя просто так взять и поехать в Гастаун. Ангелу нужна броня. Да, время не займет. Мне понадобится пара. Падальщики. В машину. Погоди, это мой храм. О, коктейльчик. Бегом в машину, живо. Огонь и сфера поглотят все вперед, вперед. Держись! Ну, если честно, вот знаете, что хочу сказать? По поводу... За легионерами помойки? Да насрать, я их всех это отлупашу. Так. По поводу жестянщика. Он типа говорит, это мой храм. Как бы ты на полном приколе, тут шанс это сдохнуть, а ты волнуешься за свое барахло. Да, его больше нету. Кто такой? Вот именно. Так, у Джита. Вот, мы сейчас к Джиту, короче, газуем. Получается. А можно мне маркер? Кстати. Смотри. Мы сейчас с тобой стопнемся здесь ненадолго, потому что вот эта тема очень полезная. Так, выходим. Ремонтируем машину. Так, и здесь, кстати, еще место поживы. Тихо. Смотри. Мы сейчас с тобой это место поживы облутаем. Заглянем на воздушный шар, потому что что? Правильно, надо разведывать территории. Так, это мы собираем. Место поживы сотка. Боеприпасы у меня фулка, отлично. Ну, как бы это надо собирать. Ну, сам понимаешь, лом здесь как деньги. Чтобы прокачивать машину, нужны деньги. То бишь лом. Поэтому мы его и будем собирать. Так, здесь можно тоже собрать. Давай собираем. Так, давай бензак. Бензак нужен, чтобы взлететь, если я правильно помню. Поджечь не надо мне. Подожди. Работаешь? Вроде работает. Отлично, давай. Значит, эту канистру мы положим в машину. Пускай она будет у нас в машине находиться-то. Положить в багажник. Все. Замечательно. Так. Это мы забираем. Повернуть. Перевод. План прежний, вариант 5 снегоход. Мы не станем подыхать с остальными, и тем, кто приблизится к нашему укрытию, я лично оторву все конечности. Сара! Началось. Это да. Кстати, потерянный рай. 3 из 3, отлично. Уровень 7.
Вот еще вот в чем прикол прокачки вот этого. Так, давай садимся в корзину. Левый shift подняться. А, тут, правильно, здесь полный бензобак. Нам сейчас просто надо подняться, потыркаться в бинокль, посмотреть, что кого и как здесь у нас. Ну, на самом деле, оно больше понадобится мне, потому что между прохождениями я буду бегать уже в открытом мире. И, как я уже говорил в прошлых сериях, освобождать всякие лагеря, базы и тому подобное, чтобы металлолом у нас был в доступе постоянном. Отлично. Черная утроба. Замечательное название, я считаю. Прям прекрасное. Так, давай достанем бинокль. Непрочный пугало. Вот, вот лагеря. Вот эти вот лагеря буду освобождать и заодно ломать вот лагерь главаря. Снайперов убивать, пугало убирать. Ну, чтобы это. У нас не особо серии как бы растягивались. Поэтому по сериям в основном буду сюжетку, а то, что за кадром, я буду то, что за кадром делать. Так, еще снайпер. Так, есть. Угу. Черная утроба. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Отлично. Так, а вон там еще точки есть. Лагерь. Пугало. Там гонка, по-моему, какая-то. Да. Подожди, перемещение. Масштаб. В назад, ага, С назад, отлично. Так, давай еще отметим. Угу, прекрасно. Так, пройдемся, может быть, еще точки какие-то. Точки. Крепость Джита, отлично. У нас есть маркер на крепость Джита. Так, больше точек никаких не наблюдаю, поэтому спускаемся и отправляемся в крепость Джита. Потому что что? Правильно, нам нужна поддержка. Без поддержки, ну... Без поддержки мы никто, и зовут нас никак, к сожалению. Но таков уж этот мир. Таков уж этот мир, этот постапокалипсис. Ну. Кстати, вот эти три типа очень странные. Они должны были меня заметить и сразу же прибежать, как только я спущусь. Либо они меня уже должны были заранее ждать, чтобы, ну, попытаться хлопнуть. Но раз уж они этого не сделали, значит, им как бы по барабану. Кстати, странно то, что здесь праворульные машины, но... Нате вам. Да, новый враг, сокрушитель. Нанна. Так, цепляй. А, кстати, у меня уже... Откройте карту, чтобы найти крепость Джита. Да зачем? У меня как бы уже он это... GPS работает. Мне осталось только доехать. Жертва уровень 8. Вот эти вот выполняя достижения, это, кстати, топово. Давай попутно вот этих поломаем. Так. Хорош. Блин, конечно же... лучше бы пособирать вот эти вот... металлоломы. Ты чё, дурак, что ли? До свидания. А мне налево. Это чё было? Зачем он вообще ко мне полез? Он дурак или да? Опасности за каждой дюной враг. Ну и ладно. Так. These nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Are you saying you can build me one? If Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's not so complex. Упс, по-моему, снайпер это откис. Ну, как бы, ну, оно все равно мне по пути, а вот к этому парню мы потом заедем. Он, конечно, клевый, но... Немножко он безумец, но зато он полезный, блин. Он мне дает всякие навыки полезные. Непрочный пугало. Оп. Ну, заодно как бы поснижать немножко это. Уровень угрозы. Потому что, да, это надо. Раньше она была меньше. Крепость? Добра никто не помнит. Вот это, кстати, плохо. Это неправильно. Братан, ты со мной.
Просто взял его, вытянул из-за руля. Бедолага, ну. Что поделаешь? А ну, так, так и надо. Так, ребята, ну не нервничайте, не надо. Ух ты, ёперный балет. Говорите, зачем приехали, или получите стрелу меж глаз. Да я, Жестянчик. Тебе вызывает мастер разводных ключей, опытный технарь и приверженец ангела возгорания. Хватит! Кто за рулем? Он смыслит в медицине? Боюсь, что нет. Твоя боль останется с тобой надолго, извини, но он невероятно талантливый водитель. Зачем мне невероятно талантливый водитель, макака? Прошу тебя, нам нужно попасть в мертвый пустырь. А все мое добро уничтожили язычники, и нам нужно исцелить эту машину. Если ты позволишь тут поработать, его святыми руками и моими черными пальцами, мы оборудуем отличный гараж, клянусь святым двигателем. Пустите их. Я только что заметил. А неужто-таки у жестянщика не серьга, а вместо серьги свеча зажигания? Да, это жестко. Но это... постапок. А чё от него еще ожидать? Да, Джит, у тебя тут что-то как-то... Владение Джита, крепость. Что-то как-то у тебя тухло здесь. Эй, талантливый водитель, как тебя там? Иди сюда. Знаешь, почему я тебя впустил? Ну, давай сейчас узнаем, почему ты меня впустил. Интересно узнать. Ну, давай пообщаемся. Джитуля. Машина так себе. Ты доверяешь этой обезьяне? Пока да. А крепость, кстати, так себе. Прикуси язык, не стоит оскорблять хозяина в его собственном доме. Раньше эта земля была нашей, а теперь ее захватил кровожадный бандит. Бандит? Член Острус, говорят, он подох. Кто-то распилил ему башку. Да не допилил, видать. А если так? Я подорву их влияние. А ты дашь нам доступ к гаражу и инструментам. Бум! Неплохая сделка, если бы это было тебе по силам. А что потом? Гастаун. А, ты придумаешь, как увидеть пасть. Что за пасть? Ворота на пути Гастауна увидишь в проходе мертвого пустыря. Но пока я еще здесь. Мы договорились. Да, при условии, что ты ослабишь влияние этого недобитка. Чувак, а чё у тебя с половиной рожи и... Какой-то ты... Прежде своему механику заняться машиной. Ее нужно прокачать, иначе ты не подняешь условия моей сделки. Да я это потяну даже с... Даже если бы у меня не было бы корпуса нормального. Я договорился с Джитом. Сделай снайперскую винтовку, и тогда мы поедем. У нас дела. Слава небесам. Найди мне детали, и я все сделаю. Понял, что ты только помоги мне найти детали и какой-нибудь спусковой механизм. Вопрос, а где мне искать? Тебе нужен спусковой механизм? В клетке валяло старое оружие, посмотри там. Ага. Угу, значит, все-таки где-то по крепости надо искать. Слушай, спасибо, друг. Давай, спусковой механизм. Здоровье, ну и слушай. Это подойдет. Да ты бесишь меня, слушай. Установить снайперскую винтовку. Я слежу за тобой. Не подходи! Какой ты злобный. Так, выберите снайперскую винтовку. Спасибо.
Спасибо. Да, я хочу установить ее. Спасибо. Обычная винтовка. А у меня что-нибудь новенькое появилось? Не, ничего не появилось. Ну ладно. Он убийца, по нему видно. Дальнобой установлен и готов к работе. Теперь мы им покажем. Ну действительно. Давай. Покинуть крепость Джита. Поехали. Снайперская винтовка. Шикардос. Неплохо. Проход мертвого пустыря. Пасть на разведку. Отлично, мы едем на разведку улицы зреть какую-никую пасть. Да, машину бы на самом деле прокачать, да хотя бы по колесам. Еще бы. Ну и не только по движке, но и по колесам. Я повезу за собой, как лагеря появляются, как ржавчина на чем-то там. Я не успеваю почитывать, потому что надо следить за дорогой. Потому что здесь, честно, управление машиной, но... сложноватое. Но оно сложное, пока машина в таком состоянии... в состоянии... в состоянии непрокаченности, короче. Когда она начального уровня, у нее ни колес, ни двигателя, ничего, ни системы управления там какой-нибудь. Я не помню, что здесь можно прокачать. Ложись, там стрелок. Да мне насрать на стрелка на самом деле. Обнаружен маршрут конвоя. Это, кстати. Опа. Точка разведки. Отлично. Мне, если честно... Лагерь поднят по тревоге. Вы что, пьяные? Идите в задницу. Мне вообще-то я вот сюда хочу заехать, потому что что? Правильно, я хочу разведку произвести. Че? Ладно. Так. Вот я сюда поднялся, и что дальше? Ну. Нормально, слушай. Ракета, похоже, мы вляпались. Ну и ладно. А ничего, что я даже на лагерь не напал. Во, союзные лагеря, это были 20 ломов. Вот о чем я говорю, то что вот лагеря надо мне освобождать вот эти вот. Ты дурак? Оп, стоп. На тебе, поддых. Удерживать. Ну, ребят, поднимайтесь, как бы мне-то чё. Конвой, кстати, едет, смотри-ка. Новый враг — крошка. На-на. До свидания. Все, ребята, вы успокоились? Молодцы. Теперь вы мне позволите взлететь на этом шаре, чтобы я изучил, что здесь да как. Благодарю. Так, бензак есть, все, взлетаем. Пункт воздушной Нужно уничтожить провода? Да ладно. Ну ладно, пойдем, что уничтожим провод. Че там? Че там уже? Че нам? Это недолго. Как вас уничтожить-то? Раз. Блин, боеприпасы еще на вас тратить, а. Угу. Угу. Ну, в основном, мне, если честно, дробовик нужен только для этого, чтобы ломать провода. Так, ну вроде все сломал, отлично. Теперь можно взлетать, я думаю. И разведывать, что здесь да как у нас. Я надеюсь, мне бензина хватит. А то я тут немножко потратил уже. Да, отлично, взлетаем. Что-то как-то оно туго на старт идет. Очень туго на старт оно идет. Непонятно из-за чего. Ну, в принципе, ладно.
Просто так, видимо, игрой задумано и все. О, Гастаун, кстати. Дизельные жилы. Замечательно. Мне прям нравится название. Так, пугало, снайпер. Лагерь с нефтяными насосами. Потом освободить будем. Так, снайпер. Пугало, пугало. Смертельная гонка мне не интересна. Так, стопы, это все что ли? А, единичку же надо нажать. Так, иногда, вот, вот видишь, надо иногда вот так вот, так, еще лагерь, гонка, пугало, снайпер, пугало. По нескольку раз приходится залазить в режим бинокля, потому что в бинокле не совсем видно это. Все ли я точки открыл для себя? Так, ну, вроде бы точек больше нету, ну, не считая вот этой. Сейчас я посмотрю. Ну да, точек больше нету. Ладно, сейчас точку тоже помечу себе. Но я больше точек не вижу, кстати. Ну и значит их нету. Раз их нету, значит можно ехать дальше. Так. Я вообще поначалу думал, что тот трос это типа как быстрый спуск из Far Cry. Кто помнит, это обязательно пишите об этом. Там же что же? В третьем Far Cry это... Помните? Так. Интересно, я под этой шнягой проеду? Да, проеду, отлично. Не, в смертельной гонке можно поучаствовать только... На-на! Ой, простите, у вас была машина какая-то, да? Сорянчики. Че, прочный пугало? Сейчас он будет непрочным пугалом. Сейчас он будет... На нафиг. Вот и все. И еще чуть-чуть избавили оборотов. Замечательно. Мы потихоньку влияние... Члема роняем. Так, опа. Опа, снайперы. Сейчас мы их поснимаем. Вперед, дальнобой. Лонгшот. Топчик. А зачем ты из машины вышел? Ну ладно. Я, в принципе, отснайперил. Двоих я минусанул. Кстати, место поживы. Ты же понимаешь, что это значит, да? Мы сейчас будем весь лом собирать. Проход мертвого пустыря. Высовывайся, я на разведку. Заткнись. Так, давай, знаешь, что сделаем? Во-первых, возьмем канистру. Во-вторых, заправим наш агрегат. F. Я не особо, оказывается, и бензина потратил. Держивать и выкинуть. Так, там ничего нету, значит нам наверх. Хорошо. Угу. Так. Еще тут он... А, здесь прыжочек. Так, 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 так. Так, так, так. Куда мне идти-то? Так, во-первых, что-то воспользоваться можно. Зачем? Опа, лом. А вот это, кстати, очень хорошо. Угу. Один из пяти. Топчик. Лом, я говорю, надо лом собирать. Вот, если у нас будут пересекаться задания с местами поживы, мы обязательно будем абсолютно ее досконально... облутывать. Вот, правильное слово. Потому что даже не дело в том, чтобы типа на 100% пройти игру. И все места поживы, и прочие лагеря.
Это больше для того... Ну все, братан. Пакуй. Да на тебе заточку. Ярость! Все, братан. На. И тебе жмых. О! Все. Готовы, мужики. Ну, это было легко. Оружие ближнего боя, кстати, оно мне пригодится. Выполните комбо из 20 или более ударов. Нормально. Жертва уровень 9. Не нравится мне быть жертвой уровень 9, конечно, но... Что поделать? Так, лом мы забираем, это мое. Так, 2 из 5. Хорошо. Так. А что тут еще есть? Икс. Лом и реликвия прошлого. Здесь у нас что? Тут у нас ничего. А, вот и реликвия, кстати. Повернуть и перевод. Зельда, это твой дедушка Хэнк. Мне жаль, что ты его никогда не видела. Он знал мои много веселых баек. Не знаю, чем папа занимался в 60-х. Говорили, что это все большой секрет. Он работал на правительство, а 5 лет назад исчез, когда выполнял задание в одной из восточных стран. Так грустно, эти войны нас уничтожат. Войны, голод, болезни, все это уничтожит нас. Да, Макс, я с тобой полностью согласен. Ну, в принципе, их это уже уничтожило, как мне кажется. А здесь, кстати, лом лежит, 26 лома. Плюс один, способность, детальность, очень полезная способность, на самом деле. Так, у меня... Флягу. Давай наполним флягу. Да заполним, ну чтобы она была. Плюс 10% воды, способность отжим. Тоже, кстати, полезный навык. Так, ну по первости, вот прям вот отжим, детальность, надо качать это в любом случае. Потому что это тебе в будущем аукнется, причем аукнется в твою пользу. Ты будешь собирать больше лома, больше водички там наливать, все дела. И быстрее будет раскачка персонажа. Ну, сам, не персонажа, а давайте говорить прямо о Макса. И, естественно, нашего драндулета. Так, ну я почти у смотровой площадки, а мне надо... Да, я вниз хочу спуститься просто. Так, потому что здесь и лежит лом. 236 лома, очень мало лома, очень мало лома. Нужно еще лома. Нам бы, наверное, тысяч бы 10 было. Ну, ладно, я загнул тысяч, хотя бы тысячонку бы лома бы быстренько бы на это заиметь. Чтобы прокачать что-нибудь. И для начала нам бы что-нибудь открыть. Так. Наверное, это она. Рановато сюда соваться. Нужно подготовиться. Слушай, ничего так она выглядит. Так, это возьми, пожалуйста, с собой. По ХП у меня фул. Так. Где-то я лом пропустил. А вот это, кстати, не есть хорошо. Где-то вот еще один лом. Пошли, поищем. Нужно увеличить мощность и защиту машины. Ей нужна боковая броня и передняя решетка. Горбун все сделает, если я принесу ему детали. Да, Макс, ты абсолютно прав. Наш Горбун все сделает, но... Че ж ты так грубо-то с ним? Ага, вижу вон лом, где лежит. Так, как мне туда проникнуть? Пошли поищем. Как мне залезть туда наверх? Так. Где у меня путь наверх? Может, где-то здесь? Так. Это путь вниз. Как наверх-то залезть, блин? Подожди. Ага. Лестница.
Да ладно. Серьезно? Ну пошли обратно, чё? Как же я этого сразу-то... Опа. Лом, дробовые патроны. Как я этого сразу-то не заметил? Да, вообще невнимательный стал. Надо исправляться, потому что это вообще плохо. Это плохо, нельзя быть таким невнимательным. Ну. Бывает, бывает, бывает. В следующий раз буду более внимателен. Так, а мне надо вот сюда. На подходе боевой отряд. Че, боевой отряд боишься, что ли? Серьезно? Поехали. Так, вернуться к жестянщику. А может он... Ведь меня здесь не бросишь? Да нет. Твои планы по усилению машины, займись этим, иначе мы не захватим пасть. Это и твой механик мечтает, чтобы... мечтает что-нибудь смастерить. Я даже знаю, что. Эта штука называется мастер. Классика пустоши. Если получится, наши шансы вырастут. А гарпун? Скоро-скоро. Сначала нам нужны базовые штуки. Машина очень слаба. Согласен. Вернемся к Джиту, и я покажу тебе чертежи. Поехали, покажешь мне чертежи. Миссия пройдена. Замечательно. Так, во-первых, карта на тап. Подожди, где крепость Джита у нас? Крепость Джита вот сюда. Отлично. Ну, в принципе, мы молодцы. Мы разведали пасть. Что-то еще. Места поживы. Парочку места пожив разлутали. И, в принципе, у нас есть план, которому мы будем придерживаться. И, я думаю, на этом можно заканчивать. И продолжим уже в следующей серии. А я пока доеду до крепости Джита, чтобы начать потом... Туда небольшую вакханалию по освобождению его территории. На нафиг. До свидания. В общем. Кстати. А давай-ка мы распердолим вот это нафиг. Давай конвой это бахнем напоследок. Камикадзе? Красавчик. Так, ну конвоя в принципе на изи размотал. Вообще-то я целился в колесо, ну ладно. Бум, бум. Такой легкий таран. В смысле? Шел вон. Так, бесколесный, отлично. Без брони, отлично. Легкий таран. Ага. У меня не прокачан этот. Значит, будем использовать вот это. Угу. Хрена лысого тебе. Да блин, тихо, 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 тихо. А чё, я не шмальнул? Да ладно.
Бензобак, точно. Хорошая идея, слушай, бензобак. Так, пока ремонтируйся. По-моему, кстати, конвои, эти машины с конвоя, можно же разлутать. Точнее... Заткнись, дебил. Сесть и привезти в этот... В крепость. Сейчас проверим. Что будет, если я сяду в машину? Ёп твою дебил. А уничтожьте пулеметы шлема не менее 5. Чисто исключительно спортивного интереса ради. Я сейчас довезу машину к джиту. Что за фриз был? Непонятно. Ну ладно. И посмотрим, что будет. Либо конвой будет уничтожен, либо я просто как бы, ну, типа обосрался. Ну сейчас посмотрим. Потому что я помню, тут какие-то вроде можно тачки привозить к, ну, на свои базы. И что-то будет, кстати, происходить очень интересное. Там, по-моему, лома будет очень много. Но это, по-моему, не вот это. Эту, по-моему, машину вообще надо раздолбать. Ну, сейчас узнаем, в принципе. Что мне мешает это сделать? А, кстати, этот... Чувачок мог бы и со мной поехать, ну ладно. Так. Этот транспорт нельзя добавить в коллекцию. В общем, взглянул на 5, все еще рвешься в бой. Да, я все еще рвусь в бой, но, в принципе, эксперимент провалился. В общем, надо было просто машину раздолбать. Ну, ничего страшного. Зато мы узнали, что будет. Никогда так не делайте и просто уничтожайте конвои. Ну и, естественно, ребятки, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Ну и до новых встреч в Mad Max и не только. Пока-пока.